Всем привет! Я уже в процессе приготовления домашнего, легкого и очень быстрого Наполеона. Мои домашние очень этот десерт любят, и никто даже не догадывается, как я и из чего это все готовлю. Для этого нам понадобится обычный лаваш, тонкий, творожок, йогурт. Я вот использую такой обычный биотворожок Тёма. Я уже приготовила крем, смешала это все можно с сахаром, с сахарозаменителем. Я добавила сахар и ванилин. Получился такой вот сметанный крем. Можно приготовить заварной, но у меня времени особо нет. В общем, здесь у меня остатки остались, квадратики. Мы этот лаваш должны разрезать на коржи. Он получится такой слоеный. Очень вкусный и очень сочный. Теперь берем каждый слой лаваша, смазываем кремом. Теперь оставляем это все в холодильнике минут на 20, чтобы коржи пропитались и можно подавать. 20 минут прошло, десерт готов. Рекомендую попробовать вам приготовить такой десерт. Он очень быстр в приготовлении, простой в плане ингредиентов, очень легкий и низкокалорийный. Здесь практически нет жира. Если не злоупотреблять, то можно и самой кусочек съесть с чаем или кружечкой кофе. Спасибо за внимание, оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Приятного аппетита!